Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 20 лет, рост 170 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд. Одна победа, ни одного поражения. Его стиль ушу со льда. Из города Махачкала, Дагестан, Алибей углу клетки. Ему 21 год, рост 83 сантиметра, вес 57 килограммов, ровно. Его профессиональный рекорд. Одна победа, ни одного поражения. Его стиль грэпплинг. Из города Грозный, Чеченская Республика. Зелихан Эмарал. Рефери в октагоне Андрей Голунов. Итак, Алибек Гаджаматов против Зелимхана Умарова. Хорошая атака от Умарова. Какое-то ложное движение и тут же проход. Да, уже несколько раз мы сегодня видели, как оверхендом маскируется попытка прохода в ноги. То есть человек кидает оверхенд. Очень агрессивно начинает Умаров этот поединок. Хорошее колено. Еще добавляет апперкот из клинча. Интересно. Ух ты! Накрывает. Накрывает его боец из Дагестана. Ну, то, что он базовый синдаист, еще совершенно ничего не значит. Он вполне себе наверняка способен к работе в партере. Все-таки находиться в Дагестане и не быть знакомым с борьбой – это довольно странно. При ударах немножко заваливается вперед Алибек Гаджаматов. И это дает возможность эффективно снизу атаковать его оппонента Зелимхана Умарова. Снизу достаточно жестко отвечает Умаров. Да, пока, конечно, на высоких скоростях, на таких серьезных оборотах идет эта схватка. Ну, это весовая категория. Подразумевает, что даже большую часть, даже весь поединок на высоких скоростях пройдет. Может пройти, по крайней мере. То, что совершенно невозможно в тяжах, здесь вполне себе обыденность. Еще одна попытка рычага. Оттянулся и хорошо пробил сейчас Гаджаматов. Еще один локоть. Попытки треугольника соскальзывают. Да, старается быть активным. Каждый спортсмен. Ух ты. Здорово сейчас Гаджаматов влево цепляет, еще раз добавляет. Да, готовы зарубаться бойцы. Чуть-чуть поточнее в размерах, насколько я понимаю, дагестанский спортсмен. О, хороший хайкик. Вот это санда. Вот это санда. Ну, вы сами все слышите, друзья. Реакция такая, что объяснять, наверное, ничего не надо. Яркий поединок. Насколько я помню Зелимхана, он довольно терпеливый волевой спортсмен. Не факт, что на нем серьезно скажутся пропущенные удары. Но, с другой стороны, только один есть способ это узнать. Очень здорово локоть снизу сработал
Гаджаматов. Так, попытка прохода. Так, выпала капа. Очень внимательный рефери в этом эпизоде. Напомню, очень опытный рефери Андрей Ковалев из славного города Сочи. Так, ух ты, ничего себе, и даже перевод. Шикарно. Комбинированный с рычагом. Есть 20 секунд у Марова. Он сейчас скручивает соперника. Показывает, что все хорошо, дагестанский спортсмен. И наверняка подскажет, что совсем немного осталось, дотерпи. Конечно же, Гаджаматову, и он это сделал, он дотерпел. И да, дотерпел. Но все равно очень опасный эпизод, интересный. Интересно, опасный эпизод. Классно, классно. Очень хорошо. Оба спортсмена крайне порадовали. Ну вот, насладитесь, насладитесь. Это действительно очень интересный бой. Так возобновляется этот интереснейший поединок. Поддавливает сейчас Гаджаматов. Хороший фронки. Двойка отвечает Умаров. Ну, два фронтика, да? Да, кидает фронтики, на самом деле очень... Классное попадание справа, потерял капу, сейчас Селимхан Умаров еще слева добавляет Гаджаматов. Алибек почувствовал, видимо, кровь. Да, видимо, есть сильные попадания. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это добивание хамеркисты жесточайшие. Снова потерял капу Селимхан Умаров и очень близок к досрочному завершению сейчас Алибек Гаджаматов. Что происходит? Это технический нокаут. Шикарная победа от Гаджаматова. Пробил он несколько раз стойки, почувствовал кровь и добился. Называется соперником. И, наверное, стоит отметить, очень здорово раскидал с фронткиками. То есть раскидал на два уровня. Ногами бил корпус прямые удары. И когда внимание рассредотачивалось у Зелимхана, начинал кидать голову. Казалось бы, классическая вещь, но очень мало кто ее настолько эффективно делает. Здесь все получилось. Молодцы. Да, оказался к этому цветам, этим обманом движением. К этому всему не готов Зелимхан Умаров. И... Хотя показывал себя отлично. Вспомним концовку предыдущего раунда. У него были свои возможности, но он их не реализовал. За что и, как говорят, на спорте Алибек Гаджаматов его наказал. Ну, в любом случае, уважение к обоим спортсменам, конечно, большие молодцы. Яркий, классный бой. Здорово.
крамольные небольшие тут моменты. Понятно, все хотят на себя внимание обратить, но надо таких вещей избегать по возможности. Всем посторонним выйти из октагона, не превращайте спортивное мероприятие в балаган. Всем посторонним выйти из октагона. Молодец. Мне нравится наш реконосор, ну кроме того, что какой харизматичный у него голос. Еще и как бы вклинивается. Ну, мелочь, короче говоря. У Зелимхана один из уходящих его секундантов подошел к спортсмену, начал ему что-то выговаривать, чего-то, не знаю, указать на пальцем, грозить, на что угол дагестанского спортсмена тоже отреагировал. Но мы видим, пока все... Дорогие друзья, рефери Андрей Ковалев остановил поединок на 46-й секунде второго раунда. Таким образом, техническим нокаутом победу одержал.